Всем здрасте, ребят. Сегодня мы играем за Мора. Карта у нас Гидеон. Немного касаемо моего везения, если что. Такс, перки у нас, наверное, рассказывать не буду. В целом так все понятно. Просто погнали. Я владел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Чел, я тебя видел. Хитуля! Хорошо. Хитер бобер. Окей. Обожаю. Я не буду давать хит, просто называется. Эй, хорошо. В общем, что у нас делать секущий? Мы вешаем и должны как можно дальше убежать. Тогда Сурф откисает на секущем подольше. По времени, естественно. О, судя, побыстрее. Господи, что я несу? Чувака все равно спасут, я думаю, поэтому мы сейчас вот идем за ним. Ой, как мне не фартануло. Что сегодня так? А, на Гена спустилась. Который почти починили. Ты посмотри, а. Хорошо. Пойдет. Еще палеточку выбили. Вообще супер. Еще одну палеточку выбили. Замечательно. Хорошо. Да, хочешь здесь откисать, будешь здесь откисать. Да. Второй повес. Пока нам дается все это очень тяжело. Сколько ему спринт дал буста? 200 к скорости. Секунд на 6. Ну это хитуля. Это хорошо. Я должен был тебя достать. Хорошо, ладно. Ладно, пойдет. Ничего страшного. Пойдет. Тебя сюда. Вешаем, палеточку вырубаем. И дальше. Что-то мне подсказывает. Да, здесь кто-то был. Окей. Халявный хит. Грех отказываться. Ой, они любят здесь бегать. Это мне нравится. Второй раз. Пока что, ну, не потащим уже до секущего, пускай, ладно. И сейчас там генчик чинят. Ой, какая хорошая хитуля. А здесь ничего. А здесь ничего. Ребят, ну тяжело мне способку постоянно юзать, да и не хочется, поэтому, собственно, мы играем, как играем. А, по возможности юзаем, но в большинстве случаев, конечно, М1. Сейчас откатим. Полетели.
Хорошо. Не зря способочку взяли. За ним. Просто топим. Ну, орех плох был твой, дружище. Орех действительно был плох. А мы сейчас туда же понесем. Угу. Убежал, прятался за углом. Негодяй. А где он? Где хоть кто-нибудь? Ладно. Откатим. Откатим зато. Ничего страшного. Все нормально, все под контролем. Под нами чинит. Хорошо. Слили сразу. Замечательно вообще. Не надо по 1000 кругов сейчас наверстывать. Накручивать. Сюда ты будешь третий раз. И ты у нас тоже будешь третий раз вроде как. Хлопись! Хорошо. Господи, как замечательно. Хитулю вернулись. Откатили. Пошли чекать, где здесь это сидит. Не сидит нигде. Один гендали. Неприятно. Так. Хорошо. Идеально. Генщика опять тронули. Сейчас, возможно, будет очень печально для нас. Ну, минус один чел. Минус один чел, это уже хорошо. Не даем вычинить этот ген. Соленое море нам очень с этим помогает. Кто у нас здесь? Смотри, сразу вернулись. Замечательно. Хорошо. Вообще идеально просто. Просто идеально. Были бы здесь крючки еще. Но вдвоем не будут подставляться, это максимум от сил один. Чел подставится, и то не думаю. Третий раз сюда. Сразу слило. Пойдем. Мы можем за ней пойти, но... Я думаю, она никуда не денется. Она там так стоит вроде. Хорошо. Чел. Вы видели, подлетел на месте. Обожаю эти текстуры здесь. Дали ген и стелсер. Оу. Ну, дружочек, куда же это? Да начнется с этой палетки. Д-
Да будет противостояние. Ну, давай. Чё? Прикольно? Да? Зараза, ты посмотри, что сделал. Аре... Объясните мне. А почему он получил? Почему он получил? Стойкость. Извиняюсь. Бу. У нее тоже стойкость до сих пор действует. Это что за приколы? Море стойкости просто. Пипец. Он... Да, пойдет. Хорошо. Есть шанс, что барбекюшка спалит, конечно, но я что-то сомневаюсь. Да, потому что она над нами в шкафах сидит. Либо просто над нами, либо над нами в шкафах. Он лечился вообще. Тяжело. Подношение. Люк в хижине. Ой-ой-ой. Ну беги ты. Найс. Вот здесь не чекнешь, а там хотя бы чекнешь. Да, он был здесь. Хорош чел. Хорош чел. ГГ?